Доброе утро! Настоящий хутор-влог начинается с огорода. В общем, у меня сейчас такое утро. Иду собирать болгарский перец. Вот он наш перчик растет. Взяла с собой ящик, взяла ведро. Сейчас буду обрывать. Даже такой красивый оранжевый перец, а внизу даже красные перцы. Сейчас все соберу. Я сейчас ходила, взяла ножницы, потому что если обрывать перец просто руками, то обрывается не только перец, но и полветки с ним. Вот сейчас уже обрезаю ножничками. И тут я сначала сдалека смотрю, какой красивый куст, а он уже, знаете, подвял. Весь перец такой вявший, завялый, морхлый. Поэтому вырезала тут несколько красных. Вот еще красный остался. И остальное оставлю прямо здесь, на кусте. Вот. Так что сейчас обрезаю перец ножницами. Перец я собрала. Вот почти ящик получился. Сейчас его отнесу и буду собирать помидорчики. Вот они, помидорчики. Только не думайте, что здесь одна трава. Нет, тут еще растут помидоры. И для того, чтобы в нашу жару больше 40 на солнце сохранить их, чтобы они не попеклись и подольше нас порадовали, вот приходится вот их в такой вот травище держать. Но здесь они тогда очень хорошие, плотные, не попеченные. Вот буду их закатывать. Сейчас соберу только. Я собрала помидорчики, два ящика получилось. Помидоры и перец примерно даже больше часа я собирала, где-то 1:20. Еду за детками, вот 9:26. Вид у меня, конечно, сельский, но что делать? Потом приеду, буду собираться уже. Еще не знаю, как мы поедем. Сегодня же показательное выступление в городе Кореновске. Сегодня день физкультурника отмечается. Вот. И на карате нужно Грише на показательное выступление ехать. Но еще не решила, как мы поедем. Я с детьми, либо я просто с Гришей и с Викой. В общем, сейчас еще подумаем, как вообще родня поедет. Так мы от этого и будем плясать. Иду, сейчас узнаем, как там дети ночевали. Мои дети, нигде их нет. Твойте, а где мои дети, Марго? У Антоши. У Антоши? У Алины. А ты как ночевал, расскажи. Расскажи, как ты ночевал, с кем ты спал. А с кем ты спал? Да? Так и чё, как ты спал? Расскажи, иди сюда. Нет, ты иди мне, расскажи, как ты этот день спал. Мама, я могу спать. Марго, а на какой кроватке? Не надо. Внизу? Так вот встречает меня дитё. Надулся, что мама забирает, да? Через ветер приехать забрать. Вообще уже. Покажу, что я, как я разделала уточку. Здесь у меня бедрышки, голени и крылышки. Это будет перловка с мясом. Здесь у меня на суп варится что? Скелетик. И я еще утиную грудку просто замариновала, надрезала, посолила, поперчила, потом ее пожарю. Вот. Это будет сейчас в холодильник. О-ля-ля. Да. Дети сейчас пойдут, подметут под навесом, мама приготовит обед, да? Будем красить мне брови. Уже пощипали, что это краска. Хной, да? Коричневая. Как круто. Я тут дома у себя. Обалдеть. Вот мы накрасили. Ну не мы, в смысле не я. Это все Ксюха. Сейчас будем ждать, да? Нет, сейчас подкорректируем, чтобы одинаково шло. Интересно. Антошка тут комментирует. Какая мама? Какая мама, Антош? А еще какая? Да? Все, брови готовы. -16.
Полянике девочка заблудилась. Где-то видит речку, не знаю. В общем, договорились на улице Степной встретиться. Сейчас я еду. Ищу ее, она меня. Все, еду обратно, нашли. Она аж туда, в поля, поехала дальше. В общем, не на то право повернула. Там уже аж до речки доехали. А, прическа, обалдеть. Потому что ветер такой сильный, очень сильный ветер. Решуля уже собрался. Я иду садиться в машину или ты? А ты будешь дом замыкать? Все, шлепки, молодец. Кроссовки ты взял, вещи бери, носки. А носки ты не будешь брать? Вот, я ж тебе дала. Воды где-то ты будешь набирать. Все, Антоша, обувайся. Нет. Все, мы выехали. Без 6 минут 2. В 2 должна Вика заехать за нами с Гришей. Поэтому и за Серегой, да? В общем, мы 3 мальчика, 2 мамочки поедем. Едем, а здесь едем. Сейчас вот так едем. Справа будет городской пляж. А, да? А то чуть-чуть подальше? Да, оно чуть-чуть так раз за поворот. А, так пляж недалеко, да? Ну, не зря. Ой, на набережной. Мама, сейчас ты увидишь, где мы будем купаться сегодня. Да? Сюда с пляжа выезжать. А вот сюда пляж выезжать. А, нет. А вот дорожка сюда. Пляж. Нет. Вот. Нет, не там. Нет, вот это вот их городской пляж. Правда, здесь купаться запрещено? Нет, там все вот разрешено. Вон там написано. Ух ты, мам, сегодня покупаемся? А вы полотенца брали? А ничего, и без них обсохнем. Обсохнем. Да? Обсохнем. Серега, да, выгуливает пояс. В общем, приехали мы на вот это стадион, да? Коренов с город спорта. Репетиции. Ну это сейчас разминка. А тут подумаешь, вот так будет выступать сейчас, знаешь. Будет, значит, музыкальный сопровождение. Да, музыка будет. В музыке быть, да. Акция. Да, бита. Бита. Посмотрим, как это будет. Приезжаешь ко мне. Мужики уже подготовили. Какие-то даже пакетики, да, под столом. Медали, да. Что-то будет. Нам не дали. Надеюсь, нам кому-то будет. Вот прическа точно. Это спонсор ветер. Раз. Парад. Внимание, участники парада, проходим в район Флагштока на построение. Участники парада, проходим на... Парад разойдется? Представители тренера своих. Это что, начало парада? Силы воли и твердого характера. Праздник людей, умеющих побеждать. Праздник людей, знающих, что такое спорт. Открывает день физкультурника парад участников. В авангарде лучшие спортсмены нашего города и района. Мастера, рекордсмены и чемпионы. И здоровья, право поднять флаг Российской Федерации Краснодарского края и Кореновского района предоставляется лучшим спортсменам.
открытым. Сегодня создаются лучшие условия для занятий физкультурой, что способствует укреплению здоровья наших семей, молодежи, ветеранов. День физкультурника – это не только спортивный праздник, а также подведение итогов физкультурного движения. Карате, руководитель Кирилл Соловьев. Thank you.
фотосессии. Да? Решено даже жить в Кореновке, потому что здесь есть рыболовный спорт, да? Да, что тут? Да тут жить не прикольно, там можно рыболовный спорт. Открыть, да? Далеко пляж сейчас приедет. Интересно, на пляже там есть удочки на прокат? Да, мы на пляж пойдем. Мы на пляж. Там еще и нашему тренеру что-то вручают, но мы не в теме. А, вот он. Ага, что-то дают, да? Пакетик вручили. Пакетик? Давай, мы его сейчас тут будем ждать с пакетиком. Да. Диплом себе, пакетик нам. Его нашли. Так вы же об ногу давай. Об ногу давайте. Давайте, кому первым будем бить? Сереж, не надо, ты что? Убирай руку то-то. Какое-то еще карате. Кюкусинкан, набор в группу детский. Кюкусинкан, да? Карате кюкусинкан. Мы на пляж. Ветер так дует, как будто мы на кабриолете. Просто. Это что, вот это вход? Пошалим! Да. О, так там может быть и футбольная площадка будет. Кстати, да. Мам. Вылазим. Ходим на пляж. А тут что-то есть даже, да? Что-то даже есть тут кафе. Это круто. Что тут продается? Попкорн. Сладкая вата. 100 рублей. Все по 100 рублей, как я люблю. Какой-то городок, волейбол, это долго любит, детская площадка, одевалка, а ребята-то реально раздеваются, вот спасатель. А спасатель сидит, все нормально. Не, ну вы тогда в трусах. Да, конечно, потом шорты одели. Я хоть нормально это. Да, где плавать можно? Родион. Да, вот я. Родион, ой, подожди. Побежали, серый снял кимоно. Все в воду. Место для купания. Крутяк. Слушай, я в шоке, как хорошо все сделано. Там даже спасибо, туалетики. Экскурсии, да. А, гля, тут можно полежать, да? В тенечке. Обалдеть, как тут хорошо. Теплая вода, Гриш? Теплая. В общем, так здорово. Я обалдею, почему мы не знали этого раньше? Покажи. Вон кто-то даже на катамаране плывет, но это такое, просто от дома отъехал катамаран, два дельфинчика такие. Так здорово, можно так в гости действительно путешествовать, до друзей, до вот того, например, соседа поехать. Потому что вот там вот очень красиво. Да? Массаж? Не надо забывать где-то. О, кораблик тут интересный. Теперь тут покупаем поесть. А если поесть. Вот это упадет? Что будет? Даст нам бабушке. Он мне не даст. Так, мороженку. Ты будешь мороженое съесть? Есть гамбургер и чизбургер. Продолжение банкета. Чем отличается гамбургер от чизбургера в Кореновке? Ответ? Так и не выяснили. Ничем практически. Ну, выглядит, кстати, ничего. Стоит 150 рублей. Круто? Тут же сейчас же все мероприятия переехали сюда. Вот тут какие-то чуваки играют. А там вон за столиком сидят и кубки у них там стоят. То есть все с того этого перебежали через дорогу практически. А что ты тут делаешь, папа? Разобрался, правильно.
Сержуня, что это такое? Приехал на встречу. Принимаю лечебные ванны. С маслом? Чтобы бархатные ручки были. Это с маслом, с маслом. Да. Но Сержуня с Ириной Александровной, он в доле, ты понимаешь? А? Да просто я реально, она рекламирует черную воду. Она сегодня приходила по дворам, ходила и предложила, но все-таки втюхала. Черную воду. Пришлось разобрать двигатель, чтобы по черной воде. Питью кусать? Питью кусать? Да, зачисление 600 рублей. Ой, как и мне нравятся брови, я обалдею. Теперь буду на бровях ходить. Супер. Супер. Завтра еще будут новые ногти. Зови Рексика, зови. Рекс, Рекс, Рекс. Рекс. Где наш Рекс? Марсик здесь. Вот он за папой побежал. Рекс. Рексик наш хороший. Он тебя слышит, да? Не слышит. Он папу слышит, да? Он даже маму не слышит. И тебя не слышит. Так, выйди отсюда, давай. Выйди отсюда, давай. А ты что, в дедушкиных тапках? Да. А что ты в дедушке? Я только увидела его. Мама, ты на мои тапки. А где я их должна была привезти? Ну, не в дедушке. Нет, я их не привезла. Пауки пошли. Живут. Ля-ля, он какой довольный. Пошли, Афонечка.